Жанна Бота есть такой у нас персонаж облизоидный безбашенный, надо сказать, не делал никогда, они никаких видеообзоров, потому что не считал это интересным. Но тут оказывается выяснилось, что Казахстан и Украина недавно подписали документ, который упорядочивает, узаконивает выдачу преступников между Украиной и Казахстаном. И над Жанной Ботой нависла серьезная угроза, что ее депортируют в Казахстан, наконец-то. А тут еще выясняется, что оказывается на днях Верховный суд Украины вынес решение о том, что Жаночку пора уже давно в Казахстан выслать. И это решение в Украине уже обжаловать негде. То есть поверх этого суда Верховного никто уже не стоит, кроме президента, может быть. И вот Жанна Бота, конечно же, разродилась куча видеороликов о том, как ей плохо живется, и о том, какие оказываются бандиты украинцев. Вот она, оказывается, как не демократическая страна, а как же она там выразилась, Верховный суд Украины является бандитской организацией, что там одни проплаченные жулики сидят. Это, конечно, она сделала зря вот этот ролик, мои права были нагло нарушены судом Украины. В общем, открыто и нагло заявила, что Украина является не демократическим государством. Ну, и на этом ее громкие заявления не заканчиваются. Приводить это видео я не буду, слушать неинтересно. Расскажу сам. Второе интересное заявление, которое она сделала, это то, что если вдруг она скончается, скажем так, умрет, прошу винить моей смерти КНБ Казахстана, режим Назарбаева. А, ну, если уж положить руку на сердце, то Казахстану глубоко наплевать, умрет она или нет. Зачем же она тогда делает такие громкие заявления? Я думаю, что она боится своих же, своих же соратников. Никаким облязовским силам, облизоидным управленцам, да и самому облязову, конечно же, крайне, крайне невыгодно, чтобы Жанна Бота оказалась в руках представителей казахстанских властей, потому что, наверное, она знает достаточно много о внутренней кухне облизоидов, этих московских агентов. Она больше боится не высылки в Казахстан, а то, что она действительно, возможно, живой не доедет, потому что слишком много знает об облизоидах, об облязове, о том, насколько глубоко ФСБ участвует в этих процессах насколько московские интересы важны в этих процессах. В общем, боится она, конечно же, длинной, большой, всемогущей, черной кремлевской руки. И просит, умоляет власти Казахстана защитить ее вот этим вот своим призывом о том, что если вдруг я умру, то значит КНБ будет виновата. То есть, тем самым, шантажируя власти Казахстана чтобы власти Казахстана, наконец-то, по ее мнению, начали чесаться о ее защите, взяли ее под свое покровительство. Ну что ж, наверное, судьба каждого афериста имеет свой логический финал, что, собственно говоря, мы и наблюдаем. Вот эту безвыходную, патовую ситуацию нашей великой уголовной. Не побоюсь этого слова сказать, в персоне под названием Жанна Бота, которая прославилась немалыми громкими делами в родном Казахстане. Кому интересно, найдете, но ну, я думаю, вы все знаете про ее аферы в Казахстане. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч.